Так что, ребят, вы хор. Но не толпа, да. Пожалуйста. Хор, в отличие от толпы, это организованная толпа по многим параметрам. Наконец-то я добрался до микрофона. Вроде уже он звучит получше. Итак, я вам представляю наш ученический хор этого года. Мы для вас исполним два авторских Gospel Spirituals, которые написал великий Мозес Хоган. Thank you.
Так, спасибо, Гатлер Хор. Следующую композицию.